Редколлегия «Эхо Москвы» поддержала идею об установлении памятного знака на месте убийства Бориса Немцова. Редколлегия «Эхо Москвы» направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину и его заместителю Леониду Печатникову с просьбой поддержать идею об установлении памятного знака на месте, где убили оппозиционера Бориса Немцова, сообщил вчера главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Речь идет о доске, где будет написано примерно следующее. Здесь 28 февраля был убит политик Борис Немцов, минус пояснил Венедиктов. Он сказал, что, согласно существующей процедуре установки подобных знаков, с предложением об этом может выйти любая общественная организация или общественная палата. Сопредседатель РПР Парнась Михаил Касенов приветствовал это предложение. Он рассказал, что в узком кругу соратники обсудили предложение переименовать Большой Москворецкий мост в мост имени Немцова. Между собой мы уже так его и называем. Но, конечно, нужно сделать все официально, минус сказал Касьянов. По информации Интерфакса.